The battle begins. Rampage. Dire victory. With the Strafe Esports app, follow your favorite teams and players, and you'll never miss a match again. Strafe, everything esports. Download now on iOS and Android. Ах, ни одна цена не может меня удовлетворить. Теперь может! Например, клавиатура Razer Sinosa Pro с клавишами игрового уровня всего за 2989 рублей. Медиамаркт. Не знаю, почему люди это скрывают. По мне это нормально. Сегодня чемпионат по Counter-Strike, по League of Legends или Dota собирает больше людей, чем какой-нибудь американский футбол. И вообще сейчас геймер как... Футболисты только играют лучше. Играя в профессиональную доту, я могу себе позволить, наверное, все. Так что, go party сегодня вечером. Добрый вечер, уважаемые зрители. Переключаемся на Dream League. Это североамериканский дивизион, который буквально вчера только-только стартовал. И сегодня он уже закончится. Но это будет гораздо позже. Сейчас у нас финал верхней сетки. Далее финал нижней сетки. Ну и гранд-финал уже ближе к утру. И трансляцию для вас сегодня на этом канале проведут Мелшторм и Морталис. Привет, Морталис. Привет. И привет, дорогие зрители. По сути, сейчас мы увидим противостояние, наверное, сильнейших североамериканских команд. Мало кто может с этим поспорить. Они далеко впереди, там где-то подбираются те же Immortals, еще кто-то. Но именно за этими, пожалуй, двумя командами стоит следить в первую очередь. И я бы не сказал, что кому-то из них можно дать предпочтение прямо сейчас. У меня до сих пор Immortals как-то не поворачивается язык называть североамериканской командой, хотя они относятся к этому региону. Вообще, к слову, действительно, в своем недавнем интервью Сумаил говорил о том, что в Северной Америке сейчас все команды играют на уровне ниже среднего и добавил, включая нас. Собственно, вот так вот самокритично он подошел к своему региону. Действительно, результаты североамериканской доты не такие хорошие. С другой стороны, если раньше когда-то была одна команда в Северной Америке, все остальные были очень слабые, потом стало две команды, сейчас мы имеем четыре команды, конкретно EG, Optic, DC и Complexity, которые действительно, можно сказать, команды мирового класса. Что интересно, из этих четырех команд Complexity вышли через открытые квалификации. Но несмотря на то, что вышли они с открытых квалификаций, они в финале верхней сетки обыграли Optic. Optic, кстати говоря, стали худшей командой этих квал, они уже турнир покинули. Ну и что мы еще можем сказать о Complexity? Complexity недавно подписали контракт с Dallas Cowboys, с командой из большого спорта, так сказать, у которой большие возможности. Многие видели видео с буткемпа, которое снимал один из игроков, по-моему, Чейси, не буду утверждать, но, в общем, смысл в том, что буткемп у них просто шикарный, у них отличные условия, как у игроков, так и в целом у организации, и пока что свои результаты они показывают. Они обыграли Optic Gaming, они прошли открытые квалификации, и сейчас будут играть с EG, очень важный для этой организации матч. Я, на самом деле, немного переживал за Complexity, потому что в конце предыдущей меты, предыдущего патча, эти парни... Нашли свою игру и показывали достойные результаты, сумели отобраться несколько LAN-турниров, сумели там что-то показать, наверное, нормальное для своего уровня. Осталось и с новой версией я боялся, что они как-то затухнут. Но, как показывает практика, пока держатся на плаву, и с ними считаются абсолютно все сейчас. Нельзя сказать, что это комплекты там годовалой давности, на которых вообще никто не обращал внимания. Эта команда расцвела в последние там пару месяцев, и, надеюсь, на таком же уровне продержится еще очень долго. Давай, наверное, к драфтам переходить.
потихоньку. Инштапаришин, Сенкинг, Кунка, Вайпер снизу у нас. Я так понимаю, это Сенкинг в сложную. Периодически в комплекте так играли раньше. Вряд ли это кор какой-то Инштапаришин. Вчера они пикали Сенкинга в трех играх из трех. То есть Сенкинг это у них, можно сказать, пока что сигнатурочка такая. И появление Сенкинга во всех играх абсолютно... Вчера также был Nature's Profit, но сегодня мы видим, что этого героя они решили не брать. Опять же, Кунка вчера также был. Но вот Вайпером они не играли. Это новый для них герой, ну, относительно этого турнира. Но Вайпер сейчас, конечно, стал очень-очень сильным, что и говорить. Что касается Evil Geniuses, они вчера играли с DC. Довольно легкая победа была 2-0, там, за 27 минут. Ну и вторая игра чуть потяжелее была, 52 минуты, и тем не менее. И мы видим от них Рубика, Лину, Пака и Андаенга. Лина достаточно редкий гость, как мне кажется, в этом патче. Я вот практически не вижу этого героя. Вот только ЕГЭ его показали сейчас. 17 раз она вообще в этом патче использовалась. Ивен рейт менее 50%, 8 на 9 соотношение. Так себе, скажем. И, судя по всему, Сумаил на ней будет играть на этой карте. В мид она отправится, пак в сложную, я так понимаю. И какого-то кора нужно добрать для Артизи. Ну, опять же, пак... и там керри нужно добирать, и тем, и другим. Да, не хватает действительно серьезного хард керри. Пак в сложную уже стал, в общем-то, стандартом. Последние баны сделаны, забанили Тини ЕГЭ. Вчера сами, по-моему, играли с Тиником. И последний пик, 48 секунд. Ну, нету физики вообще действительно хорошего героя с физическим уроном. Совсем не хватает. Если здесь хотя бы Вайпер, ну, хоть что-то, Кунка там еще сверху поливает, то у Evil Geniuses нету совершенно ничего. Неплохо было бы добрать действительно какую-то дровку, которую забанили шестым абсолютно баном. Логичный бан. Абсолютно логичный под трех рейнджей. Ну и Клинкс. Чем-то похож, но, естественно, импакта столько команде дать не сможет своей аурой, как своей аурой Draw Ranger. Ну, это, опять же, стандартный герой для Evil Geniuses. Они это им играли физика. Всегда. Это физика, да, действительно. В комплекте не сумели добрать своих каких-то ключевых персонажей, которыми они очень часто играют. И я постоянно вижу баны против них Рексара и Фуриона. Причем это было и в том патче, и тем более в этом, когда Бестмастер был изменен достаточно сильно. Но через профит искал его в банах, не увидел вторым баном. Да, действительно, он в бане. Я так сказал, что его не пикнули в комплекте, но оно и понятно. Да, что касается Бестмастера, это вообще герой, которого банят во всех регионах. И к нему еще Брюмастера часто добавляют, но вот мы видим, что в Америке это не так. В Америке решили Вингу брать, решили убрать Веспа. Последний пик за комплексити. Сегодня все матчи будут best of 3, оно и понятно. Допустим, если комплексити сейчас проиграют, потом выиграют в нижней сетке, им играть best of 5 финал, ну, будет совсем тяжело. Им и так будет тяжеловато. Добирают темпларочку. Вот она физика от комплексити. Пики закончены. Довольно странная физика, в том плане, что это еще один, по сути, медовый персонаж. Нужно будет как-то линии разделить Вайперу и Темпларке. Ну, сейчас особо не имеет такого значения, учитывая, что центральная линия, она фактически не имеет никакого преимущества относительно прошлого патча. Я имею в виду дополнительного крипа. Да. Поэтому мы чаще будем видеть вот этих вот привычных only мид-героев на боковых линиях. Это вполне нормально. Я думаю, что, скорее всего, здесь Вайпер пойдет на боковую линию, как в старые добрые Кэрри Вайпер. Ну, а у ЕГЭ достаточно понятно, что Клинкс пойдет на боковую линию. Во всяком случае, из-за того, что сейчас играются линии очень часто 2-1-2, как в ПАПЦе, но действительно очень располагает к этому мета. На миде очень часто мы не видим даблу, мы просто видим двух мидеров, которые стоят друг против друга. И именно за счет этого у них больше экспириенса получается. Поэтому здесь все-таки Лина и... Ну, Лина должна идти в мид. Темпларка Вайпер не скажу, что кто-то из них прямо точно должен. Но вот с Линой практически уверен, что будет именно так. Разбирают своих героев... Что еще можно сказать? Да, в общем-то, ничего больше пока не будем говорить. Перейдем к игре. Очень интересно посмотреть, безусловно, за тем, что покажут. Комплексити — это команда. Вот ты сказал, что там их сбрасывали со счетов в свое время. Ну, действительно, у них скорее какие-то такие взлеты очень яркие, но точечные в их игровой...
скажем так, практики. Так, еще одну секунду. И все, поехали. Но если обратиться опять же к истории, то это команда, против которой, особенно на ланах, но и в онлайне тоже, ни в коем случае нельзя расслабляться. Одна ошибка, и они просто перевернут, не дадут тебе ничего сделать. В ситуации, да, казалось бы, безнадежной. Вражескими ошибками. И сейчас Смоках отправляются искать приключения в чужой лес. Вайпер, правда, задержался как-то по-прежнему да. На базе. Что-то он там делал. Как, знаешь, как Bloodseeker, который вот вроде бы уже почти мертвый, но если все соперники биты, он начинает разгоняться, одного убивает, отхиливается и начинает резать остальных. Вот команда Complexity напоминает такого очень сильно Bloodseeker. Пробежали пока что по лесам, посмотрели. Конечно, хотят понять, как поставят линии ЕГЭ, но расставили варды и теперь ждут. Вайпера нет, нету также пака, но Вайпер был бы помощником достаточно неплохим, крит выходит. Вот такой сетап героев-то на самом деле не очень силен в драке на первом уровне. Ну, темпларка мало что может сделать. У Кунки лишь один каст, которым еще попасть нужно. Ой, сейчас Кунка ошибается. Кунку будут ловить. Ну и Кайл, судя по всему, не уходит отсюда. Посмотрим, как он ФБ достанется. Судя по всему, Артизи. Или? Нет! Нет, Рубик забирает. Был близок. Я хотел поверить в то, что он выживет. Но нет, там вряд ли получилось бы уйти, конечно. И 1-0 ЕГЭ повели. Фраг достается криту. Да, капитан здесь как-то странно сыграл, учитывая, что и вард был. Не совсем понятно, почему так поступил. Крит забирает ФБ. Ну и давайте смотреть, что у нас будет по линиям. На нижней линии Крит и Артизи. Против Му на своем сентинге и Зефрика. А, и Кунки тоже, да, против туда триплы. Кайл еще бежит. А на самом деле нормальное абсолютно решение. Вот я вначале сказал о том, что нужно как-то мид разделить, а вот такой вариант я даже не рассматривал. По сути, да, два героя, которые один на один стоят прекрасно против кого угодно практически. И таким образом можно помешать просто Артизе, там тем временем нападение на Крита. У Крита огромные проблемы, Крит должен здесь погибать 1-1. Да, Парейшн практически любую трипл-линию делает автоматически очень сильной на первом уровне за счет своего чиллинг-тача, который добавляет много урона. За счет этого здесь сейчас будет иметь весомое преимущество игроки комплексити. Тем более они играют 3 в 2, но страдать будет лимп. Лимп, который на центральной линии терпит. Пока да, там Парасасин, в принципе, 1 на 1 с линой, пожалуй, нормально стоит. Но если какая-то помощь идет против Темплар Ассасин, то тогда она испытывать трудности начинает большие. Пак против Вайпера. Пожалуй, Вайпер-то должен эту линию выигрывать по крипстатам, без вариантов. Пак, конечно, тоже терять мало что должен. Там тем временем снизу нападение на Му, ему очень битый. Выживет ли? Нет, хватает урона Артизи. Ну, такие, кликс... казалось бы, нелогичные фраги происходят. Да я бы сказал, почему нет. Такая очень опасная трипла, с одной и с другой стороны, тонна урона. Опять же, учитывая приход Андайнга, который может очень больно занюкать, высосать силу из героя. Клинкс, у которого много урона. Он может быть сам хлипкий, но у него большой радиус атаки, стрейф, вот эти вот Searing Arrows. И это все довольно неприятно. Поэтому здесь, конечно... Одна маленькая ошибка, и герой отправляется в таверну. Причем, как мы видели, абсолютно любой, даже Сэн Кинг. Не самый хлипкий, Кунку подцепили. Ну, вряд ли здесь убьют. Зомби отошел, да и нет уже урона. Вообще, чей пик больше тебе нравится? Ну, вот так, если визуально посмотреть, и чей пик считаешь сильнее в лейте будет? Если вдруг до этой стадии игра дойдет. Ну, я думаю, в лейте ЕГЭ посильнее, на мой взгляд. Так, на миде здесь лимп попадает под стан. Но у него есть рефракшн. Нужно, правда, очень аккуратно играть. Крипы моментально его сбивают, но зато очень много крипов добивает. На нижней линии опять нападение на Клинкса. Клинкс под колдфитом, под чиллинг-тачем. Артизи пытается разменяться. Да, Му здесь определенно должен погибать, хотя Му использует фласку. Му все еще жив, копает зомби. Съедает ветку, зомби забирает его. Эфир продолжает здесь драться. Крит, еще один удар попадает на торрент. Погибает Крит. Фантастика. Это нереальный замес для Зефрика, и продолжение будет от Фира. Дикей есть у него, но урона, конечно, не хватит. На тап, тем более. Ох! Захилил Фир. Сол рипом. Очень много урона, если много целей. И вот как раз-таки, опять же, на трипле Undying за счет этого достаточно силен. Это вообще головная боль на трипле. Он действительно одним дикеем по трем героям, если попадает, его потом не убить становится
Вот сейчас у него, например, 900 здоровья. Вот как такого героя убивать? Он может танковать, он может мешать, как-то блочить. Очень большая проблема всегда. Ну и самое интересное, действительно, снизу происходит. 3 на 3 там стоят. На другие лайны даже смотреть как-то неинтересно. Там просто все бьют крипов, никто никому не мешает. Ну, я бы все-таки посмотрел. Юниверс проигрывает свою линию очень серьезно. Вайпер это опасный. Было. Да, это очень опасный персонаж в соло. В один на один он стал, возможно, даже еще неприятнее, чем в предыдущей версии. 15-10 его крипстат против 6-1. Еще и нападение на Сумаила. Сумаил попадает на торрент. Здесь есть ДД, и Сумаил погибнет. 4-4 счет становится, но такое ощущение, что комплексити чуть лучше проводят начало игры. И у Артизи некоторые проблемы. Да, Артизи подрубает стрейф, Сенкинг, сейчас будет подкоп, подкоп работает, размен оборейшена на Клинкса. Им выгодно менять вот эту вот линию на Клинкса. Клинксу очень сильно сбивает разгон. За счет этого комплексити смотрится получше, учитывая, что у Вайпера и у Темпларки все просто отлично. Темпларк сейчас еще забирает фраг. По золоту пока что равная ситуация. Просто рано или поздно может произойти такая ситуация, когда нечем будет убивать ни Вайпера, ни Темплара Ассасин, но у Клинкса будет слишком мало вещей, если в таком же ключе игра продолжится. По сути, не стоит вообще ни в коем случае комплексити останавливаться и продолжать напрягать Артизи необходимо. У него лишь третий левел. Фир, как мы видим, остается на линии, ну и пошел искать приключения Крид. На центральную линию подходит. На топе Кунка тем временем располагается. Делает отводы. Ну, успокоится, судя по всему, игра. За счет этого. Лимпал левел 6, у Сумаила 5. Сейчас мог бы, наверное, напасть, но там поблизости есть, если что, крит, который подсейвит Сумаила. Слишком много крипов, ни к чему этот риск. Действительно, игра успокоилась. Начинаются перепулы, раскачка саппортов. Но, опять же, все очень неплохо выглядит для комплексити. Вот ты спрашивал по поводу пика. Конечно, очень много зависеть будет от того, как себя команды покажут в середине игры. Это и стаки для темпларки, и как она быстро вынесет свои артефакты. Это и Клинкс, герой, который, ну, как правило, все-таки он не фармит до конца игры. Он идет и в какой-то момент старается делать фраги с командой. Лимп нападает на Сумаилу. Сумаилу очень больно. И Сумаил вынужден отсюда отходить. Взрывается ловушка. Теперь за критом. Кастует торрент, попадает торрент. Почему побоялся идти дальше? По идее, мог себе позволить... Ну, Юниверс здесь подошел. Так, теперь с Юниверсом попытка что-то сделать. Но Юниверс тоже нечем подцепить особо вот на данном этапе игры. Вообще, к слову сказать, подцепить действительно пока что не особо есть чем комплексити, но эта ситуация исправится. Так, тем временем нападение на Кунку. Кунка не уворачивается от арбы краешком, она по нему все-таки попадает и забирают его. Отличный фраг на Кунке. В этот момент Вайпер начинает подкушивать линию. Пока что цеплять можно только Кункой, но потом еще появится Сенкинг. И Артизи там потихонечку начинает что-то выфармливать. Так, Чесси получает Дримкоил. Стан от Сумаила. Сумаил, Драгон Слейв. Здесь Чесси один против четверых, но мне кажется, он определенно зря залез так далеко. Все-таки 100%. Он сильный, но 4 против 1 это явно... Ни на какой стадии игры практически нереально так драться. Забавный такой скилл-билд у него. Я смотрю, вторую способность не качает вообще, даже единичку для удобства. Артизи нападение на него снизу, вряд ли он отсюда уйдет. Всем попадает. Им нужно добивать, да, 100%. Добьют до последнего. Но Зефрик выживает в этой ситуации. Туда бы парочку телепортов, но их не было, к сожалению. Ну, здесь можно сказать, что комплексы очень прикольно сделали. Да, Вайпер стянул на себя 4 героев и погиб, но зная, что он стянул на себя 4 героев, не побоялись идти под вышку. Это хорошее чтение игровой ситуации, адекватный ответ на действия Evil Geniuses. Evil Geniuses могли не стягиваться на Вайпера вчетвером, там, просто его оттуда прогнать, не убивать, и тогда бы подсейвили Клинкса. В общем-то, здесь достаточно хорошо все сделали колы, и ошибку своего кэрри немножко нивелировали. Темплар Ассасин, левел 8, есть уже ПТ, ну и сейчас начинает фармить Эншит, там может себе позволить саппорт 4 левела с одной стороны, да и с другой тоже, такой баланс соблюден, и в смоках отправляются Evil Geniuses кого-то искать. Ну в идеале, конечно, Темплар Ассасин поймать, у него дабл дэмэдж, все остальные герои слишком далеко и подсейвить могут не успеть просто, Дримкоил
есть у Пака. Судя по всему, нападение будет. Летит сюда также Сумаил. Цепляет Мехикинес, ну и не уйдет отсюда Линк, скорее всего. Снова вчетвером, снова Кора. И снова фраг зарабатывают. Все очень четко. Чесси тем временем Т1 практически допушил. Интересная игра от комплексити. Уже второго Кора вот так вот продают. При этом Чесси активно пушат. Стараются играть максимально агрессивно, но за это, естественно, платят. Забирает Чесси вышку, выход на него. Здесь три героя, но вряд ли что-то успеют сделать, он уже отступает. И вот как раз-таки пошел Артизи. Ушел с линии. Нету вообще артефактов. Так, он ставит паузу. Нету совершенно артефактов у Артизи, но за счет того, что хороший уровень, и Клинкс может на таком уровне под ультимейтом убивать, вот он попытается что-то сделать. Перезагружает свой компьютер. Кайл. Например, на Кайла сейчас попробует напасть. Хватит урона, не знаю. Не факт, там 900 хп. Много слишком ударов придется нанести. Тем временем снизу вышка практически упала у ЕГЭ. И Вайпер снова стоит, никто его не трогает. Рейндроп есть, 1300 здоровья. Вейл собирается покупать себе. Да, судя по всему. Ну, это такой стандарт, можно сказать. Вайпер с Вейлом в последнее время. Хороший для него артефакт. Возвращается Кайл. Он еще не знает, что его ждет. Смотрим. Ну, нет. Нет, нет. Даже близко нет. Было видно изначально, что Клинкс его не пробивает вообще. Все-таки не хватает артефактов. Ну и время тратит много Артизи на вот эти перемещения. Лучше действительно в леса уйти, раз уж ты на линии не хочешь стоять. Вышку отдают без боя. И ЕГЭ нужно что-то придумывать. Ну вот хорошо вышли, убили Templar Assassin. По сути, Dream Coil появился, можно повторить что-то подобное. Например, на Вайпера выйти. Ну нужна помощь, естественно, в соло пак его не осилит. Да и вдвоем не факт, что получится. С кем-то нужно, наверное, три героя туда стягивать. Любых, но три. Есть большие опасения за ЕГЭ, что их сейчас просто продавят. Я смотрю на этом билды кол. Сенкинг не делает себе блинк, он делает барабан. Он будет таким очень плотным, статовым. Посмотрите на Клинкс, посмотрите на Лину. У этих героев нету статов, они очень хлипкие. Вспоминается сразу финал Интернешнала с Ньюби и Ликвид, где Ньюби все хотели взять Лину и взяли в итоге. И все время говорили, что да нас не продавят сейчас. Точно мы берем ее? И вот здесь вот что-то похожее у ЕГЭ, потому что помимо Лины есть еще и Пак, есть еще и Тонкий Рубик, Зомби единственный более-менее такой прочный персонаж и со своей тамбой, но мне кажется, для героев команды комплексити это не станет такой большой проблемой. Посмотрите на этого по два удара Вайпер с Templar Assassin по тамбе нанесут, и минус тамба. Да, посмотрите на этого Кунку плотного, Темпларка с Рефракшеном, Вайпер очень толстый и собирает себе Вейл, который даст ему также прочности, Кунг со своим кораблем. И еще и дебаф от Operation'а. Пока что ЕГЭ сами выходят. Угу. Пока могут это сделать. Вчетвером. Но, кажется, да, будут драться. Сенкин копает очень больно Undying. Undying подхиливается. И должны Фира здесь забирать. Да, Фира определенно заберут. В этот момент Чесси принимает на себя всю оставшуюся команду ЕГЭ. И не теряет практически ХП. Цепляют еще и Сумаила. И Сумаила тоже начинают грызть. Сумаила забирают. Это минус 2. Ну, вот, собственно, примерно так все и представлялось. ЕГЭ еще сами пошли в атаку, они хотели хотя бы забрать вышку, хоть что-то сделать, потому что если они сейчас не заберут вышку, то дальше будет еще тяжелее. Ну, и даже сейчас их приняли. Вайпер, по-моему, принял все, что было у Evil Geniuses, и у него осталось, ну, практически полное ХП. Его просто не пробивают. Стоила ли эта вышка того, потерять двух героев? Не знаю, мне кажется, нет. Там на топе Му, и вот на Му тоже, вот как на него нападать, когда там 1200 хп и больше не пробить? На миде. Преследование неужели пойдет от ЕГЭ? Сомневаюсь. Колы очень хорошо действуют. Они не жадничают, они не стали забирать эту вышку, как ЕГЭ, до конца. Они как раз-таки отошли, понимая, что у них нету Сенкинга, который ушел на топ. У них не такая хорошая ситуация, они около вражеской вышки. И проще подотступить сейчас. Вот Вайпер с нейротоксином. Ты очень хорошо отметил его раскачку. Я как раз хотел сказать, что ну, нейротоксин-то должен появиться, если он хочет фармить лес, а лес ему фармить придется здесь. И вот он уже в тройку, и он спокойно фармит леса.
Очень похож, конечно, стиль Call на то, что они показывали там месяц назад. Все то же самое. Снова давить, снова играть с статовыми героями. Единственное, я пока Доминатора не наблюдаю. Они обычно на каждой карте брали его. Может быть, появится у кого-то чуть позже, но пока нет этого предмета. Перетягиваются. Вайпер использует Шайн. Сейчас будет выход на Вайпера, но рядом есть уже тиммейты. И также Operation имеет ТПшечку, но нет. Не дошли Evil Geniuses. Очень вовремя Вайпер отступил. Теряют просто время вчетвером здесь. Слишком много перетяжек вот этих от ЕГЭ вчетвером. Ну, может быть, и хватит. Заберут. Должны забрать. Ой-ой-ой, какой торрент, и корабль заезжает. Корабль попадает, правда, только в одного, но очень красиво было. И сверху летит также ульта Operation. Вот она... бы пораньше он прилетел, на 3-4 секунды, и тогда не факт бы, что все ушли живыми. Ну, знаешь, на 3-4 секунды ульта Operation, и сначала корабль, а потом торрент, чтобы никто не вышел из стана, было бы очень красиво, но... В принципе, они там и так вдвоем неплохо. Всю команду поубивали. Там бы оставится эфиром. И Т1 попытается забрать сейчас колы, ну, вернее, ЕГЭ. Колы, судя по всему, даже защищать ее не собираются. Нет, летят. Летит Му, начинает ломать эту тамбу. Лимб также прилетает. Ну, цепануть вряд ли кого-то получится. Просто разойдутся сейчас миром. Ну, самое главное, вышку от Дефили. Потому что Парышин снизу. Седьмой левел получил. У Вайпера есть уже Вейл. Дальше Мейнштром будет покупать себе. Парейшн все-таки Мидас хочет себе сделать, судя по всему, потому что вроде как поставил ПТ-шку, но на ПТ-шку деньги есть, копит дальше. Ну, игра... Не сказал бы, что может прям сильно затянуться, если колы задавят. Я так смотрю, перевес-то уже 3000. Вроде по фрагам проигрывают, но по деньгам ведут и могут себе позволить дальше, по идее, идти давить. Сенкинг в любом случае даггер купит следующим артефактом, и хоть какая-то инициация появится. И идут колы. По топу, втроем. Там пока лишь Юниверс находится. Соло он тоже вряд ли сумеет здесь задефить. Если, конечно, пойдут колы дальше. Да вряд ли пойдут. Все-таки у колов, несмотря на то, что их пик сейчас явно прочнее, особенно с этими айтем билдами, ну, нет еще ключевых артефактов. Дота это такая игра, в которой вот так вот быстро не всегда можно закончить, поэтому они особо не торопится. А Operation делает, ну, страховочный такой мидас, а вдруг игра затянется. В конце концов, от него требуется ведь в основном только ульта. По его раскачке видно, что Вортексом он особо даже не поможет. А, у Вайпера своровал. Что своровал? Нейротоксин. Отключать пассивки. Против самого же Вайпера он только здесь и будет работать. Хотя против Темпларк еще, более-менее. И против Сенкинга. Ну, как правило, ты хочешь отключать не, скорее не атакующие, а защитные абилки, когда нападаешь. А Темпларки и Сенкингу именно атакующие абилки выключатся. Сенкинг почти с Блинкдаггером. Я думаю, что вот это то, чего ждут сейчас в комплексите этого Блинкдаггера на Сенкинге. Параллельно с этим еще может быть дезолятора на Темпларке, чтобы забрать Рошана. Ну и Operation сейчас вот доделает Мидас. Мидас готов. И потихоньку будет фармить. Деньги теперь у него будут. Это очень осторожно кол играют. Я хочу отметить тот факт, что играют таким образом, что любой свой мув доводят такое чувство до конца всегда. И если понимают, что где-то что-то не получится, то лучше вообще ничего не совершать и просто уйти немного пофармить. Это радует, на самом деле. Многие команды напротив заигрываются и зачастую ошибаются. Про комплексити такого сейчас сказать выход нельзя. На Чесси. Ну, вот Чесси, очень, да. Очень опасный выход. Смогут ли его здесь забрать? Ну да, скорее всего смогут. Пробивают. Пак еще Dreamcoil поставил. Залетает сюда ульт Operation. Чесси далековато вышел. Уже второй раз за игру отмечаем. Чесси выходит далековато. В этот раз не так грубо, но все равно. Тиммейтов рядом не было, подсейвить не смогли. Отдает довольно сочный фраг. Не надо так делать. Ни в коем случае. У Сенкинга тем временем почти 10-й левел, и даггер на подходе. Совсем скоро появится. Темплар Ассасин тоже дезолятор вот-вот уже будет. Зефрик свой мидас вынес уже. Один раз успел его использовать. Также 9-й левел у него. У Кунки левел 7. Ну, ЕГЭ остановились вообще. Ну, то есть, периодически совершают какие-то выходы, вот как сейчас на Вайпера. Но сами боятся куда-то лезть, они не в том положении, чтобы идти что-то пушить, например. Один снизу вообще ни разу не тронул никто. На топе тоже пока не получается. Вот одну центральную вышку забрали, но мы помним, какой ценой.
дальше их, естественно, будут стараться принимать. Если появится Dagger на Сенкинге, то сюрприз их может ожидать очень неприятный. А вот сейчас пошли в смоках искать кого-то. Никого не найдут. Просто Т1 заберут сейчас. Ну и колы, опять же, грамотно действуют. Они не лезут драться, вот дожидаясь ключевых артефактов. Какой смысл, если можно сделать все гораздо эффективней при появлении там лишних айтемов через 1-2 минуты? Очень важный выход от ЕГЭ, но, правда, здесь два героя всего-навсего. Вдвоем не смогут взять. Вот пушить может быть ЕГЭ и тяжело, но выходить им определенно стоит, ведь у них такие герои. У них герои с прокастом. Это Пак, это Лина, это Клинкс, который пусть без прокаста, но все равно очень взрывной дэмэдж наносит. Очень быстро, молниеносное. Поэтому им нужно выходить, кого-то забирать, иначе их пик окажется нереализованный. А с появлением БКБ что они будут делать, это очень большой вопрос. Тут практически никто не пробивает. Ну, Клинкс что-то будет пытаться сделать, но он один не вывезет все вот это. Никак. Особенно Темпларку, который специально для этого есть рефракшн, который очень тяжело сбивать. Да, пока что ЕГЭ выглядят довольно плохо и продолжают отставать. Преимущество только растет, но вот мне показалось, может быть, врыв какой-то будет на Чесе, но нет, там был лишь Пак, слегка припугнул. Я все смотрю на Dagger на Сенкинге, и вот он покупается наконец-то, и также дезолятор появился. Ну, возможно, сейчас что-то и сами колы попробуют. По идее, Рошан доступен для них. В идеале, конечно, кого-то забрать предварительно, чтобы заходить на него свободно, а потом уже убивать Рошана и идти на Т2 вышки. Все они по-прежнему стоят. Очень успокоилась игра, ну вот прям совсем. Ну, дофармили свой блинк-даггер, дофармили дезолятор прям одновременно. Пошел сейчас скан. И пошли сразу же. Отличный скан. Да, ну ЕГЭ тоже прочитали. Отличный скан. Артизи отсюда уходят. Никто не должен сейчас попадаться. Идут дальше комплексити. ЕГЭ очень рискованно. Сумаил, ну какая ошибка. Просто... Чудовищная ошибка. И все, и Рошан моментально. Ну вот как это назвать? Артизи, вся команда видела, Артизи оттуда ушел, а Сумаил вместо того, чтобы уйти оттуда, прям сделал ТП, ну просто поднос команде комплексити. Хотя Вижена абсолютно никакого ЕГЭ нет. Сумаил идут дальше. Уже появился Сумаил, так как есть Бладстоун. Так, Мансуэ. Там поставится. Ну, Кайл вроде как один под ремкой попал и на развороте успел дать свой полный прокаст. У Кайла проблемы, Кайла можно здесь добить. Гларасаси начинает нарезать, прячется Пак. Му также очень бит пытаются уйти, пока один в один драк. Артизи хотел бы, но пока не получится. И разбегаются все. Один в один, саппорт на саппорта, ничего особенного. Но еще кэрри до этого был забран, и сейчас на отступление пытались поймать, но ничего не получилось. Отлично сыграл Кунка, который успел, во-первых, дать корабль, а во-вторых, тут же дать торрент и не отдать Рубику корабль. Поэтому сам смог все впитать, втанковать, соперник не получил бафа и не смог пойти дальше. В целом, опять же, для комплекта все хорошо, становится 5000 преимущества у них, они могут попытаться... сделать еще один выход. Вот ЕГЭ самим бы неплохо сделать выход, но они сейчас понимают, что соперник прошел по их карте, наставил варды, нужно сейчас их сбивать. Неужели все сбили? Да, кажется, они все сбили. Нет, вот один остался на миде. Но сверху все сбили. Ну и ищут, кого-то ищут в комплексе, пока найти никого не могут. Может быть, даже везет в какой-то степени ЕГЭ. Да нет, на самом деле, прекрасно понимают, где могут передвигаться. Ну и подставляется Юниверс. Нельзя его терять ни в коем случае. Пытается уйти, но ничего не получится у него. Хотя в этот момент кидаются на тамбу. А нет, не уйдет. Тут Чесси просто подходит и расстреливает его. Все в кулдауне было у Пака. Погибает он. Там тем временем Артизи зашел в спину. Расстрелял Паришина, но погиб за это. И теперь Рошана уже точно будут бить кол. Помешать им никто не сможет. Одна Лина, конечно, вряд ли что-то сделает. Егис наверняка достанется лимпу. Чесси и так довольно плотный. Да, тут Сенкинг еще высматривает, кого бы цепить. Вообще странно получилось. Так рассредоточенно находились комплексити на половине команды ЕГЭ. Казалось, что если ЕГЭ нападут одним кулаком, то они смогут стереть одного героя. Но ЕГЭ получились, что были еще более рассредоточены. Их просто разобрали по одному, в размен на одного только Operation, который фармит себе Меку, кстати говоря. 6000, Рошан.
выфармливает свой блокинг бар потихоньку фантомка. С появлением БКБ, я думаю, это уже будет начало конца для ЕГЭ. Они в этой игре вообще ничего не показали на данный момент. Совсем. Ну, пока да, полностью контролируют игру комплексити. То есть, какие бы киллы не совершали ЕГЭ, там единичные, это абсолютно кол устраивает. Где-то заигрались сами, где-то ЕГЭ, допустим, хорошо сыграли. Но это настолько ничего не меняет глобально, что колы могут себе позволить периодически такие смерти. Соответственно, ничего страшного. И вот сейчас Чесси, например, может подставиться. Вдвоем убьют ли его? Попытаться, конечно, могут. Не факт, что урона хватит. Ну, судя по всему, хватает, да. Через лагуну. Ну, ворует Рубик нейротоксин, отключает Вайберу пассивку. Именно поэтому урона хватает. Но Лимп разменивается на Фира. Размен, конечно, не самый лучший, но хоть какой-то. А, Чейси ставим третий минус. Он в этой игре слишком много загуливает. Отличный ульт от Апарейшена. Нужно убивать хорошо. Двоих. Обязательно убивать двоих стоит команде комплексити. Минус Самаил, но тот дынается. И Крит погибает также. Ну вот и ответ от колов на смерть Вайпера. Отличный ответ. Конечно, саппорты у комплексити отрабатывают просто нереально. И саппорты, и оффлейнер, я бы так сказал. А вот к Чесси пока довольно много претензий. Он ошибался в этой игре. Му идет за Артизи, видит его. Здесь же Кунка, Артизи пытается уйти, но все это безуспешно. Сажают его на торрент, корабль, крест. Никаких шансов нет у Артизи. Подходит еще Operation, еще одна просветка, и забирают его. Великолепная игра от кол. Сверху Пак пытается хоть как-то сплитить. Пака здесь, конечно, не поймают, но все как-то вот ЕГЭ пытаются что-то... Скажем так, ЕГЭ пытаются затянуть эту игру максимально и не проиграть ее здесь и сейчас. Но они просто такое ощущение, что оттягивают неизбежное. Сейчас выход да, на Лимпа. Да, тоже такое ощущение. Складывается, ну, Лимпа... Просто Сумейл даже уже не старается убить. Попасть станом, он кидает его просто куда... Ну, даже если бы он попал станом, убил бы он эту темпларку, да, возможно. Нет, соло вряд ли, я очень сомневаюсь, здесь Сумейла самого будут принимать. Однако Юниверс рядом, хороший подкоп от Му. Минус Сумейл, задынается он уже не сможет, хотя живет, но Вижен всегда есть. В комплексе команда такого уровня просто не имеет права не носить какие-то просветы с собой. Ну и теперь крипы. Рядом можно и Т2 забрать. Она уже битая достаточно сильно. Артисти желательно вообще не появляться в замесах, пока он не купит себе БКБ. Вот от слова совсем. Пока много денег ему еще нужно где-то набрать. В комплексе и снизу снесут вышку, и на миде, судя по всему, постараются сделать то же самое. Ну просто тотальный разгром. По-моему, ЕГЭ уже находится в тильте, судя по тому, как они провели последнюю драку. Я не договорил немножко. Даже если бы он забрал темпларку, у нее была Егис. И он бы точно никуда не ушел, потому что пока он ее забирал, он потратил бы всю ману, потратил кучу времени, а на него уже бежали соперники. Но он и так не ушел, а Егис он не выбил. Это еще хуже. 11 тысяч преимущества. ЕГЭ пытаются просто сплитить и оттягивают... конец игры. Ну, так часто бывает. Вот они как бы оттягивают, а потом команда включается, как-то выигрывает драку. Если такое произойдет с ЕГЭ, ну, это можно будет назвать настоящим чудом. Но такое происходит крайне редко. Ну, и как ну, правило, мне кажется, все-таки... это не про эту карту. Да. Вообще не здесь должно подобное случиться. По-прежнему Аегис есть, его по-прежнему можно идти реализовывать. Останавливаться ни в коем случае комплексити не стоит. Они могут себе позволить понаглеть даже немного, пока все получается. В идеале, конечно, кого-то найти, еще и дабл дэмэдж находит Лимп. Это совсем грустно. Для ЕГЭ, конечно, блокинг бар есть у него. 10 секунд будет действовать. У Артизи БКБ пока отсутствует. И пытаются именно за ним побежать. Тут какая-то разведка, Лимпа посадили на крест. В этот момент Operation находит крита. Крит уходит на Барроу Страйки, Санкинг идет за ним, вешает Спирит Вессель. Очень больно, Спирит Вессель много урона наносит, не дает подхиливаться. Забирают крита. Крит в таверне. Много времени он выиграл, но немного толку от этого времени. Минус... Вернее, плюс 4 к снижению армора, минус 4 к броне, берет себе еще лимп. А у героев и так проблемы с броней достаточно серьезные. Даже у Артизи всего 13 армора. Это очень мало. Снесли верхнюю вышку, ну и... Ну, все, заход, я так понимаю, будет прямо сейчас. Артизи не успел БКБ выфармить. Начинает очень больно ее пробивать. Есть дезолятор.
Рубика нет, Вайперу некому сбить пассивку. Пытаются тянуть время, но Спирит Вессель сверху на Чейсе становится фуловой. Нужно добить тир 3. Зная комплексити, они могут пойти дальше после того, как тир 3 падет, пойти еще. Нет смысла отходить, по сути. Все же есть. Шрайны? Пока... Ну, Шрайны тир 2 сверху запрыгивает сейчас Темпларка, но тут же возвращают ее кунг, поэтому Темпларка остается в живых, несмотря на то, что очень неплохо ее подловили. Спирит Вессель. Она станет фуловая. Чейси расстреливает вышку. Нет, тут все-таки думы отойдут. Смотрю на то, как тяжело дается. Самое хорошее отойти. Да, отходит. Забрать один шрайн, забрать второй шрайн, забрать тир 2 сверху. Уже к этому моменту появится, скорее всего, Рошан. Забрать его и уже тогда заканчивать. Ну, это азы доты, в общем-то, профессиональные. Ну, это просто, да, наверняка сыграть, ни в коем случае не рисковать. Есть, конечно, команды, которые лезут слишком далеко вперед, и за это их наказывают постоянно. Вот она, финалка пошла. Это ошибка, мне кажется, от ЕГЭ, потому что потеряли уже Андайнга, пытаются расстрелять Чесси, и Чесси умрет. Артис из БКБ как раз так пришел, но уже минус 4, а Чесси по-прежнему жив. И Юниверс вряд ли сумеет что-то сделать здесь. Вайперу это минус 5, 5 в 0, да ладно. ГГ, пишите ГГ, ребята, это 5 в 0, вы даже не убили Вайпера, учитывая, что это была атака отчаяния. Они прекрасно понимали, что они могут попытаться на базе подраться, но единственный их шанс, может быть, это выйти и где-то неожиданно поймать Вайпера. Вайпера поймать получилось, Вайпера убить не получилось, они теряют одну сторону, они теряют вторую сторону сейчас. Да, это тот момент, когда комплексы не собирались сейчас ломать бараки, они хотели отойти, но... Ну, им подарок просто преподнесли сами ЕГЭ, тут по-другому не скажешь. ЕГЭ ускорили, скажем так, неизбежные. Они просто включили скорость X2, и вместо того, чтобы играть эту игру там 40 минут, они сейчас отлетят за 30. Еще один шрайн, после этого Рошан, и, ну, и по той же схеме можно, в принципе, пройти. Да, можно, чтобы ЕГЭ еще раз там выбежали. Только понимаешь, опять же процесс. До этого схема была такая, что убиваем два шрайна, идем на Рошана и забираем тир 2. А сейчас идем забираем последнюю сторону, потому что больше ничего не осталось. Даже на Рошана не идут, решают не затягивать особо. 21 тысяча преимущества. Ну какая-то слишком легкая карта для комплексити, ну от слова совсем. И на второй нужно что-то ЕГЭ придумывать. Не знаю, Вайпер как-то слишком, как герой хорош. И не хочется, мне кажется, против него играть, но с другой стороны ты не можешь его забанить, если ты регулярно против колов банишь Фуриона и Рексара. Слишком много. Я думаю, героев, что... которыми эта команда играет. Что хорошо. В целом очень слабый пик и никакущая реализация. Пик очень хлипкий, с очень сильными нюками. По идее, с таким пиком ты должен выходить и за счет своих нюков, но это логично. Если у тебя сильные нюки, ты должен забирать героев. Ты не можешь ломать вышки, но ганги, постоянные в смоках выходы, отличные тимфайты за счет раскаста. Но их пик оказался настолько хлипким, что даже их спылы им не помогали. А еще при этом, ну вот на этого Сенкинга просто посмотрите, Спирит Вессель, барабаны, Шива, у него 2100 хп, у него очень много брони. Сажают Темпларку, сбивают рефракшн, но тут же спасает ее Кайл. Еще и такой вот легкий абуз. Отличный подкоп от Сенкинга, успевает отсюда уйти. Шикарная игра, вот. Му. Безнаказанно абсолютно вышку это забирают. Там появился Рошан и ДД прям рядышком. Ну все, Рошан и... Как бы намекает. Причем ДД брать, естественно, можно попозже, но решил прямо сейчас либо это сделать. Можно было после Рошана пойти вместе с ним. Да ладно, ну что, пойдут ли ЕГЭ? Это последний путь. Последний путь, да. Пожалуй, самое время. И пошли ведь. Пошли проигрывать эту карту, судя по всему, в Genesis. Да, Рошан уже пал, а они все еще куда-то идут. Хотя вот после того, как упал Рошан, уже смысла драться. Выйти в спину. Ну, кому выйти в спину? Вайперу? С худо в Defiant 2100 хп. Или Сенкингу с Шивой? Ну, Стопоришину, наверное, в идеале. О, нашли, так да. Так и получится, смотри-ка. Ну, у него грейвзы. Он успевает прожать грейвзы. Да, Апарейшина забрали. Потеряли бараки. Неудачно получился размен Апарейшина на мега-крипов.
Да, и теперь еще не могут отступить от Вайпера Темпларки. Тамба стоит. Кстати, очень неплохо стоит Тамба. Кайл тем временем пытается один на один с Сумаилом. Неужели Кайл победит? Нет. Не хватает Кайлу совсем немного. Лина выживает на лоу хп. Но это мега крипы и три кор-героя команды комплекте живы. Это самое главное. Почему не пишут ГГ? Я не понимаю. Ну всё, вот, наконец-то. Видимо, может быть, спорили о чем-то, размышляли над следующей картой. Ну да. Я напомню, к слову говоря, это у нас 9 часов вечера, а у них-то там по-разному. В зависимости от того, кто где живет, но у них сейчас утро в любом случае. Может, не проснулись? Вот, ну, я к тому же. Что, может быть, они как раз поняли, что никак не проснулись. Все-таки вчера 2-0 ЕГЭ выиграли, но сегодня пока что просто уничтожение какое-то. Верхняя линия чести, несмотря на все свои загулы. Вот 3 загула у него было лишних. Вот они у него в графе смерти отображаются. Причем совершенно неадекватные абсолютно все 3 врыва. Это то, что ему обязательно нужно будет пофиксить. За Лимпом, например, за тем же, такого было замечено гораздо меньше. У него был вот один момент, когда он чуть-чуть засиделся на миде. Верхняя линия проиграна в салат. На центральной линии Темпларка отстояла получше. И на нижней линии Клинксу не давали фармить. И очень много забирал Сенкинг. Как итог, ну вот такой вот график. Без шансов для ЕГЭ. Очень легкая карта. Полчаса потребовалось в комплекте. Ну, ЕГЭ больше нет права на ошибку, если они, конечно, хотят в верхней сетке остаться. Если вы хотите быстро все решать, да, и не тратить лишние нервы, время, силы, потому что еще гранд-финал играть, конечно, в идеале выигрывать эту серию. В комплекте на шаг ближе к победе. Ну и мы просто ждем. Карты под номером 2, я думаю, пауза небольшая будет. Я надеюсь, что пауза будет небольшая, мы уйдем на перерыв, вернемся к вам на следующую карту. The battle begins. Rampage. Dire victory. With the Strafe Esports app, follow your favorite teams and players, and you'll never miss a match again. Strafe, everything esports. Download now on iOS and Android. Ах, ни одна цена не может меня удовлетворить. Теперь может! Например, клавиатура Razer Sinos Pro с клавишами игрового уровня всего за 2989 рублей. Ах,
ни одна цена не может меня удовлетворить. Теперь может! Например, клавиатура Razer Sinosa Pro с клавишами игрового уровня всего за 2989 рублей. Медиамаркт. Не знаю, почему люди это скрывают. По мне это нормально. Сегодня чемпионат по Counter-Strike, по League of Legends или Dota собирает больше людей, чем какой-нибудь американский футбол. И вообще сейчас геймер как футболист, только играет лучше. Играя профессионально в Dota, я могу себе позволить, наверное, все. Так что, гоу-пати сегодня вечером.